Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. І я запрошую всіх вас до бесіди, присвяченої життю великої багатонаціональної громади Миколаївщини. Сьогодні на вас чекають дуже відверті зізнання, у нас дуже почесні гості. Зустрічайте, будь ласка, представників великої громади турків-месхетинців, які проживають на Миколаївщині. Представники Миколаївського обласного товариства турків-месхетинців «НІЯД». У нас у гостях Максута Ахмедов, Тагюль Закірова, Шахіда Байрамова і Рейма Ахмедова. Я вас вітаю і дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго дня! Ви знаєте, щоразу, коли до нас завітають такі почесні гості, мені дуже приємно і нашим глядачам у тому числі, тому що кожен з вас – це окрема історія, яка пов'язана своїм корінням, своїм родом. І ось такі маленькі відверті зізнання – це сьогодні, можливо, формула успіху майбутнього, нашого будущего. Тому що сьогодні ми повинні пам'ятати те, що було раніше. То, в чому ми воспитувалися і що передаємо сьогодні ми своїм дітям. Ну, для початку давайте ми з вами познайомимося, откуда ви приїхали. Ми приїхали на Миколаївщину зі Середньої Азії. Ну, наші матері, вони, само собою, родилися в Грузії. Ну, по волі судьби, в 44-му році були депортовані Сталіном в Середню Азію і прожили там, получается, до 89-90 годов. Кто до 89-го, кто 90-го. Вот. И в 90-м году после этих ферганских событий, таких трагических, мы были вынуждены покинуть, естественно, свои обжитые места. И искали себе жилье, пристанище, где бы нам можно было поселиться. Мы привыкли жить компактно, всем родом. Родственников стараемся поблизости держать, само собой. Вот объездили, получается, были и в Калмыкии, были и в Ростове, Краснодар объездили. Ну, почему-то, видно, по воле судьбы нам попала именно Украина. Николаевская область, Николаевская, да? Область, да. Но вы знали о Николаевщине? Вот? Лично я не знал. Я, ребята тут служили, наши старшие братья. Вот с их слов приехала первая группа. Они обосновались в селе Виноградовка, в общежитии там жили. Когда лично я сам приехал. Когда это было? Это как было давно? В 90-м году, где-то в марте месяце. Вот уже 26 лет, ровно как мы проживаем здесь, на Николаевщине. Вы знаете, вот, Максут, очень интересно, как приняла вас Николаевщина, потому что, да, у нас южный край, у нас тепло, у нас благодатная почва, все у нас есть, но тем не менее чужое. Нет, очень хорошо приняла, мы очень, ничего не можем очень сказать плохого, спасибо украинскому народу и тем руководителям, которые в те годы работали главами, кто колхоза, кто совхоза. Они, во-первых, обеспечили работой, жильем. Одним словом, всем необходимым для начала. Ну, приехал человек, чемодан, жена и двое детей у него на плечах. Вот все. Ну, с нуля, получается, начали. Вот с этого и началось. Работали кто в колхозе, кто в совхозе. Сегодня так, сколько турков-месхетинцев проживает в Николаевской области? В данный момент проживает, наверное, где-то в районе около 600 человек. Это порядка 120-127 семей. Потому что часть населения уже как-то сидят на чемоданах, честно говоря. Кто-то нашел родственников за границей, едет. Кто-то, ну, хочет выехать уже. Ну, свободное передвижение же не запрещено на Украине. Некоторые семьи уже надумали выехать и выезжают. Ну, кто в Турцию, кто в Крым. То есть, например, с Турцией вы поддерживаете связь? Конечно, у нас там есть родственники еще с времен, наверное, скажем, дореволюционных времен. Наши прадеды в свое время, какая-то семья моего дедушки по матери, брат один уехал, папа оказался на турецкой территории, а другие два братья остались на советской территории. И они являются гражданами Туреччины, мы на данный час являемся гражданами Украины. А как связано с Грузией? Потому что вот вы говорите, что грузинские корни у женщин есть. Ну, они, наши предки еще, наверное, 4 века назад как-то поселились на берегу речки, там река Кураис. Вот, именно, я не знаю, то ли способом войны, то ли их переселение, так само, это же история, историю точно мы не можем сказать, это же... Скажем, пока фантазируем, как это могло было быть. И вот и до 44-го года, до депортации, наши предки, они там родились, они там жили тихо, мирно. Вот в 44-м году после депортации оказались в Средней Азии. Сегодня вы с вашей мамой у нас в эфире, да. И я могу обращаться к вам, Рейма.
Уважаемая Раима, расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Вот что вы помните с вашего детства и на чем базировалась семья турков-месхетинцев? Что самое главное было? То, что передавалось как воспитание детям своим? Уважение. По-русскому я не могу так чести говорить. Как вас воспитывали ваши родители? Что самое главное было, чтобы девочка была воспитана в семье турков-месхетинцев? Какой она должна быть? Во-первых, должна быть послушная, это однозначно. Послушная? Да. Она не должна противиться своим родителям, по крайней мере. Должна соблюдать с детства все, ну, скажем так, мусульманские обычаи, обряды. Вот. Что же еще там дальше? В которых она и воспитывалась. Кинотеатр нельзя ходить. Нельзя было ходить. Ну, понятно. Сегодня девочки, наверное, уже воспитываются в другом направлении. Шахида, как вот вы уже видите, вот следующее поколение, как воспитываются нынешние вот девочки? Ну, сейчас очень современные девушки, да, не можем говорить о них сейчас. И я расскажу вам, как это раньше одевали одежды. Вот это давайте, традиционные костюмы. Да, у нас есть фотографии, мы сможем посмотреть. Шахида, ну я предлагаю вот начать с того, что у нас представлено на столе. Потому что головные уборы женские и мужской, да, вот у нас есть. Да, сейчас я начну, можно? Да? Давайте. Так, вот. Да, говорите. На этом фотографии типичные одежды наших предков. Длинные платья, вот тут. Вот, на, так, так, давайте, платья, говорите. И обязательно головной убор. Вот, пожалуйста, вот дайте я посмотрю. Катха. Угу. Вот это и здесь мужчины сидят в головном уборе, да? Этот же головной убор у нас представлен здесь в студии. Как называются эти головные уборы? Ну, это... Папах, да. Ну, а это то, что... Это фес. Так, а вот женский? Да. Женский – это катха. Вот, катха называется. Сейчас маленький. Это девичий головной убор или женщины взрослые? Невеста. Невесты. Невесты. Невесты на свадьбе должны были. Сразу. Ага, понятно. Так, одевали... Можно я задам вопрос? А можно было волосы показывать? Потому что вот по украинским законам, обычаям, когда девочка уже выходит замуж, становится молодицей, покрывают... Кусточкой, как вы сейчас сидите, и волосы показывать нельзя. Нельзя, да. Так, а вот это вот, это просто такой, скажем, такой праздничный вариант головного убора. Это свадебный. Это именно свадебный. Вот девушки замуж выходят только на свадьбе. Понятно, понятно. А здесь украшено маленькими золотыми монетами. Извиняюсь. Маленькими вот здесь монетами золотыми. Вот здесь украшено. Еще, значит... Это значит, что будущее богатое? Да, шею обязательно закрыта должна, когда это одевать. Шею обязательно закрыта надо лачагом. Лачагом обязательно. Это платком, да, да, каким-то шарфом? Лачагом, а сверху уже платком. Понятно. Да. То есть это как элемент. А вот то, что у нас, например, сегодня в студии, это уже современные варианты народного костюма? Да, это современные уже. Да, это танцевальный костюм у нас, группа. Да. Была в школе, они танцевали. Да, на груди женщины, у замужних женщин обязательно монеты золотые, а девушки тоже закрыты платком, только без катхи. Без катхи. Ну, у нас тоже дукачи, мы знаем, вот что бусы, дукачи. Что это там у вас на фотографии? Невеста. Невеста. Можно я посмотрю? Я хотела рассказать. Да, пожалуйста, мы посмотрим. Это девушка невеста современная, она тоже одета по обычаям, около... года будет носить. Вот целый год она ходит вот в таком... А почему именно целый год она должна вот так вот? Ну, у нас старые обычаи все равно остался у нас. По обычаям так. Это значит, что вот она переходит из разряда девушки уже в женщину, да, зрелую. И это ее выделяет среди всех других женщин. Понятно. Когда, например, вот мы имеем... во внимание мы берем именно женскую роль. Женщина сегодня в семье турков-месхетинцев, какую роль она несет? Насколько главная, например, роль или в воспитании, наверное, больше вот, уделяется ей роль? Как это все происходит у вас? Так, можно с вами? Да, пожалуйста. Ну, во-первых, женщина, девушка, после того, как выходит замуж, она, естественно, становится как хранительница очага,
Так. Мы все прекрасно знаем, да? И она, я не знаю, сколько я себя помню, вот у матери, она, у нее уже было нас семеро детей. Она, а сколько всего вообще? Нас семеро детей. Семеро. Было семеро детей, она в полный голос со своим свекром не разговаривала, шепотом. Или через нас передавала, что нужно сказать. Это такое уважение к мужчине, да? Да? Скажите, а вот принято сегодня, чтобы вот жили в одной большой семье, или все-таки современность берет свое, дети уезжают и где-то дальше живут? Потому что я знаю, что в восточной семье папа, мама, дед, баба и дети, все, вот все сыновья со своими семьями, все это вместе, в большом доме. У нас обязанность сходить самого младшего сына, содержать своих родителей до последнего дня. Угу. То есть все наследство, что отцы, родители наживают, остается, достается младшему сыну, а старшие, само собой, уже создают свои семьи и живут отдельно. А вот преимущественно старшей невестки, вот как в Роксолане в фильме, который очень красиво нам расписывает традиции, смотрели, знаете, вот старшая невестка там имеет право такое вот руководящее? Нет, в роли воспитания младших невест, да, все-таки, конечно, да. Имеет, да. Потому что она все-таки в жизни больше видела по сравнению с теми молодыми девчатами, которые приходят в семью. Конечно. Естественно, именно от поведения старшей невесты зависит дальнейшее поведение остальных невест. Микроклимат в семье. Да, то есть они должны быть, брать пример с этой, со старшей невестой. Она должна примером служить. Есть много, конечно, чему поучиться. А согласны ли молодые девочки сегодня вот на такие правила? Потому что мы живем уже в современном мире. И у нас женщина очень, знаете, так вот и образована, и независима. Согласна ли она покоряться? Да, согласна. По крайней мере, да, у нас до сих пор в семьях, в основном, скажем, патриархат существует. Да. Потому что слово «мужчина» – закон для членов семьи. Независимо, он младше или старше женщин, которые сидящих рядом, или находящихся. Вот. И поэтому воспитывает свою дочь в таком стиле, чтобы она по замужеству, естественно, исполняла те обязанности, на которые там возлагаются. Это очень хорошо. А как же мальчика вы воспитываете, чтобы он был членом настоящей семьи, руководителем семьи, и вот, знаете, как, чтобы он полностью содержал вот то, что входит в понятие семья? Ну, в обязанности мужчины, естественно, входит именно работа и достаток семьи, обеспечить достаток членов семьи. Он должен стараться, само собой, работать. Мальчики на сегодня берут на себя эти обязанности? Ну, если они мужчины, они же обязаны, наверное, это делать. Да? Это хорошо, что вы так говорите. Это очень важно на самом деле, что если ты уже рожден мужчиной, это самим Богом тебе дано брать на себя ответственность. Они обязаны же это делать. Это правда. Хорошо. Так, Юль, у вас красивое очень имя. Скажите, пожалуйста, откуда ваши корни начинаются? Откуда вы родом? Ну, у меня родом, например, Грузия. Вот именно с Грузии, да? Да. Вы показывали мне фотографию вашу? Да, может... это мать-отец. Именно мать и отец грузины, да? Нет, они турки. Турки. Мать, тоже турки. То есть там вот в Грузии есть турки-месхетинцы. Ну, понятно. Конечно, мы же там жили раньше. Угу. Что вы помните, вот то, что вам передавал ваш отец, ваша мама, что для вас настолько это было важно, что вы это перенесли в свою семью и передаете своим детям, внукам? Я это как помню, они работали... Самое главное. Да, самое главное. Нас смотрели, вырастили. И мы тоже так научили вот, родителей. Вот так. Какая семья сегодня у вас? Сколько у вас детей, внуков? У меня дети 7. 3 девочка, 4 сына. Девочки, один из Турции, один из Ташкента, а другие, самые маленькие, Ростове живут. Вот так. А мы здесь все 7. Рядом. Когда собираются, чем вы их угощаете? Какие самые главные ваши блюда? Угощение, это очень хорошее. Конечно, мы все к маме бежим, чтобы мама нас чем-то угостила. Угостили, у нас есть, мы индуки смотрим, и корова. Так. Если хотим, индуки жарим из духовки. Так. Еще там
Полов. Обычный. Вы знаете полов обычно? Полов, конечно, знаем. А вот, например, если там долма, например, то, что с виноград. Есть долма, есть хинкаль, есть хинкаль. Это хачапури. Хачапури, лагман, там, манты. У нас кухня очень богатая. Наша. Вкусная очень, очень, да? Богатая, потому что турки, мисхетинцы, они проживали, скажем, и в Ташкенте, да, в Узбекистане, проживали, скажем, в Азербайджане. В данный момент проживают и на Туреччине, и на Украине. И вот от всех, среди грузинов же проживали, от всех национальностей и народностей, с кем они общались, какую-то все равно кухню взяли. Элементы какие-то, да, с кухней? Допустим, чисто турецкая еда, это, скажем, там, славянный хлеб, там еще что-то такое. Хачапури, да? Хачапури это грузинский. Это грузинский, да. Хачапури, хинкали это все грузинское, они оттуда переняли. Ой, вы знаете, так получилось, что у моей коллеги Галины Щербы была возможность вот быть с вами в момент праздника, на свадьбе турков-месхетинцев. И сегодня мы, дорогие друзья, вам предлагаем вот такое маленькое путешествие в прекрасную страну Востока. Это не так далеко, это здесь у нас в Николаевской области, но колорит невероятный. Итак, отрывок из программы «Не бійся говорити про любов», автор Галина Щерба. Давайте подивимося. Уривочок. Нащадки одного з родів турків-османів та грузинського племені месхів нині розсіяні по світу. У 90-х роках минулого століття біженці із Середньої Азії оселилися в наших краях. У Баштанському районі зараз проживає близько 80 сімей турків-месхетинців, а загалом у Миколаївській області понад 160. Незважаючи ні на що, їм вдалося зберегти головні ознаки народу – свою мову, віру та звичаї. Незважаючи на те, що турецькі весільні традиції сягають корінням в далеке минуле, в більшості випадків їх дотримуються і сьогодні. Весілля по-турецьки – дуже красиве видовище. Перед його початком у домі нареченої збираються жінки. Вони співають народних пісень і фарбують руки хною. У селі переважає покупний шлюб. Сім'я жениха дівчину купує, сім'я нареченої продає. Сума викупу залежить не тільки від краси нареченої, але й від її моральних чеснот, працьовитості, скромності тощо. Цей звичай ще в данину канонізували приписи ісламу, Коран. Наречений передає майбутній дружині і подарунки. Вони проходять суворе оцінювання під прискіпливими жіночими поглядами. Кількість і якість дарів залежить природно від достатку батьків нареченого. Натомість сім'я молодої готує за нею посах. Грамілу перевдягають у весільне вбрання. Тепер ніхто не повинен бачити її обличчя. За майбутньою невісткою приїхав особисто батько нареченого. Брат Раміли перев'язує сестру червоною стрічкою, що уособлює цноту дівчини. Майбутній свекор виводить наречену з рідної оселі. А тим часом біля будинку Раміли складається весільний поїзд. Після спільної молитви кортеж готовий вирушити в дорогу. Та родичі дівчини зазвичай влаштовують сцени бійок з ріднею нареченого, роблять вигляд, що не хочуть віддавати її, вимагають викуп. Згодом рідня нареченої залишається вдома, а дівчину везуть до оселі жениха. Колись цей шлях міг бути досить тривалим, тож до наших днів збереглася традиція зупинятися по дорозі на короткий перепочинок, пригощатися частуваннями з дому молодої. З усіх родичів Рамілу супроводжують лише брати. Нарешті нареченій можна вийти з машини. Та тут на неї чекає нове випробування. Розбий, Раміла, на щастя, ці тарілки своєю тендітною ніжкою і покажи усім, хто в домі господиня. Але пам'ятай,
Ти повинна боятися свого чоловіка і слухатись його, інакше, як ці тарілки, зламається і твій норов. Нарешті наречену ведуть в будинок жениха. Мустафа посипає суджену монетками і ласощами. Це символізує достаток і солодке сімейне життя. А у хаті вже чекає нова сім'я, яка приймає до себе Рамілу. Батько дає настанову на подружнє життя. На коліна молодій саджають дитину, примовляючи побажання продовження роду і здорових нащадків. Після дотримання усіх церемоній гостей запрошують до столу. Починається весільний банкет. До намету заводять молодих. Далі традиційний обряд відкриття обличчя нареченої. В центрі намету розстеляють килим. На ньому місце для Раміли. Родички Мустафи ховають їй під покривало хліб, рис тощо. На багате сімейне життя. Друг нареченого у ритуальному танці з кинджалами тричі обходить навколо дівчини, ніби питаючись у гостей дозволу підрізати її язичок, щоб не була в майбутньому надто балакуча, чи характер, щоб була не норовливою, а покірною. Hanım bibiler, hanım bacılar, derinim, girinim, kezaf mı sandın mı? Ama girinim, kezaf mı sandın mı? Gene bir kere. Hanım bilir, hanım bacılar. Gelin, birini bir kısak bir saniye. O dinini kesin diyelim. Тривало зняти, і наречена вже вважається дружиною. Прекрасний, чарівний обряд. І насправді дивуєшся, що це відбувається тут, у нас, на Миколаївщині. І настільки люди зберігають традиції свого роду. Але я хочу запитати, чи повністю обряд збережено, чи тільки елементи? Повністю. От відображається кожен елемент, от так, як у вас було в своє время? Ну, так. Да, в обов'язковому порядку, от то, що ви зараз тут Видели? Показывали, вот да, это да. Все соблюдается в данный момент обязательно. Прекрасно, на самом деле. Когда она... наконец-то может невеста глаза поднять свои? Всю свадьбу просмотрела в пол? Тем, что она сейчас преклонилась перед мужем, это знак покорности так. своему мужу, а также знак уважения, потому что он чествовать будет своего мужа. Но в рамках семьи все равно же прислушивается к женскому мнению. Смотрите, сегодня женщины у нас в студии представлены, это мудрость.
конечно, прислушивается, когда это необходимо. Когда это необходимо, да. Сказал мужчина. Да, когда это именно необходимо для определенного. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, чтобы ваш род процветал, чтобы мирно нам жилось тут у нас на юге, чтобы не приходилось уезжать никуда, чтобы ваши... Чтобы ваши дети приезжали к вам за одним большим столом, богатым, наполненным собирались. И приглашайте нас на такие вот прекрасные, знаете, обрядовые праздники, потому что участвуют не одно село, а вся округа. Спасибо, до свидания, счастливо вам. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю всім вам миру, добра, процвітання. Любімо наш рідний край, бо він насправді прекрасний. До зустрічі на хвилі телеканалу «Миколаїв».